как вот расшифровать тогда предназначение, раз мы уже начали говорить об этом? Предназначение? Это очень интересная тема. Но первое, что нужно понять, что предназначение мы не можем выдумать. Угу. Есть такое знаменитое советское стихотворение: «Я бы в летчики пошел, пусть меня научат, угу, в кочегары, в монтажники, угу, в рабочие, в депутаты, в банкиры». Нет, это называется эгоизм. Когда человек думает, я выберу себе что-то, как-то доходное место, то, где мне будет приятнее. Нет. Предназначение уже дано, как некая энергия талантов, способностей человека, она дано свыше. Поэтому первое, что нам нужно понять, что предназначение дается сверху, его нужно принять. И по большому счету предназначение может найти только неэгоистичный человек. Потому что эгоистичный человек будет выдумывать, а что мне больше нравится. Угу. Нет, вот когда есть эгоизм, это уже некое препятствие, чтобы обрести свое предназначение или призвание. Вот это первый очень важный момент. Второй момент, что очень важно понять, что в силу того, что предназначение дается свыше, то в предназначении проявлена энергия вот этой бескорыстной любви высшего источника к нам. Угу. То есть что это означает? Вот смотрите, например, солнце светит для всех, оно не делит там русские, украинцы, евреи, американцы, мусульмане, христиане, там, негры, белые, бедные, богатые, бедные, богатые, образованные, необразованные. Нет, солнце светит всем одинаково. Весна приходит для всех одинаково. Урожай для всех одинаково поспевает, по крайней мере, на полях. То, ну, кто как трудился еще. То, как его распределяют, это уже вторая вещь. То есть в этом мире действует бескорыстная энергия. Поэтому наше предназначение – это проявление такой же энергии. То есть, иначе говоря, если человек раскрывает свои таланты, свои способности, свое предназначение, чтобы получить удовольствие самому, угу, он также потеряет контакт с этой силой. Поэтому второй принцип предназначения — это бескорыстие человека должно проявляться в том, что этими талантами, способностями он что-то делает для блага других. И вот когда у человека такое умонастроение, тогда ему свыше начинается еще больше даваться.